Продолжаем нашу лекцию, читая телеэнциклопедию. Интересный абзац, информационные поводы, которые гарантируют отличный сюжет. Первое. Метеорит. Нет. Суд над известным человеком. Рановато. О, установка памятника коту. Это есть. Пожалуйста. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Этот ученый кот из сказки Пушкина теперь переехал к нам на улицу Верхосунскую, 19. Baby, baby, Киса, ты чей? Киса, кто тебя сюда посадил? Скажите, ребята, давно ли появился у вас вот этот кот на дереве? Точно не знаю, я живу в Вересниках, я давно в город не выходил. Ну как, котик вам? Мне нравится, красивый. Ножки худенькие тут. Кот хороший. У кого-то все с объема нормально все. Не пожалел времени, труда. Русалки для полного счастья не хватает еще. Да? Ну, я думаю, сейчас вот услышат ваши слова и русалку добавят. И цепь накинут. Прелесть. Прелесть. Но побольше бы таких арт-объектов, было бы весело жить, симпатично. Автор этого творения мы так и не узнали, но точно знаем, что теперь сюда будут приходить целые экскурсионные группы школьников, чтобы посмотреть на того самого кота из сказки Пушкина. Оксана Стяжкина, Максим Скачилов, программа «Вятка Тудей».